Первый и второй лучистые переулки появятся в Кировском округе. Такие наименования улиц, на которых ведется строительство 16 индивидуальных домов, утвердили депутаты городского совета. Но почему в Омске практикуется обезличивать улицы? Почему бы не называть их, например, в честь известных людей? В интернете уже широко обсудили особенности омской топонимики. Блогеры не смогли оставить без внимания 36 омских северных, 27 линий, 34 рабочих и 22 марьяновских. По количеству номерных улиц Омск – один из лидеров во всей стране. Основная застройка, которая происходит, это окраины, это коттеджные поселки. И вот тот опыт, который мы имели, когда мы в коттеджном поселке присваивали звание, допустим, довольно известного человека, по сути дела там 2-3 дома находилось, причем частные дома, и не всегда эта улица содержалась в том, скажем так, виде. Те улицы, которые располагаются на левобережье, вот в местах массовой застройки, они уже более, скажем так, ответственно надо подходить к их наименованию, и когда они появятся, эти новые улицы, то, естественно, они будут присвоены. У нас есть предложение, допустим, о присвоении улицы Героев-Спасателей.